Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами отправляемся в набережные Челны, где все готово к началу матча 9-го тура Мелбет первой лиги, в котором местный футбольный клуб КАМАЗ примет черноморец из Новороссийска. Уриди улыбается, он готов, он заряжен, ему хочется показать себя во всей красе на этом стадионе, на стадионе, где очень много лет играл его принципиальный соперник. И рядом с ним Данил Маругин играет под номером 3 в фланге. Валерий Почевалин, номер 13 у него. Ух ты, опасно, в штангу на первой же минуте попадает. Это как раз-таки Валерий Почевалин, слева прибежавший в эту атаку. Придумать. Перевод мяча, хорошая скидка, дальше головой. И пробить бы здесь Дмитрию Стародубу. Вот удар пошел, и снова Фролкин. И снова Фролкин рассказывает нам повести о своих футбольных спасениях. И на исходе 16-й. Очень опасный штрафной. Уридия. Низа. Манисимов с отскоком. Там еще мяч к нему прилетает. Справляется он с этим ударом. Вот, пожалуйста, парад вратарских сейвов. Автора пока самого опасного момента в этом матче. Подбор Козлов. Сразу бить будет. Конечно же, и опять. И опять это очень опасно. И опять каркас ворот спасает новороссийский черноморец. Хорошая подача от Иванова. Там мяч завозился где-то. Добивание 1-0. КАМАЗ впереди. КАМАЗ впереди. И это Мераби Уридия. Чиров здесь пролетает мимо мяча. И именно Василий Чиров. Да, именно Василий Чиров открывает счет в этом матче. Но здесь, мне кажется, центральной становится история не с тем, кто бил, а с тем, что там случилось в штрафной. Что завалили там кого-то из футболистов КАМАЗа. Начинает с стороны в сторону пытаться раскрутить эту атаку. Дальше передача, удар, и Фролкин на месте. Вот начали они снова бить со средней. И стало смотреться поинтереснее. Таким непониманием друг друга. Все, друзья, 1-0. Очень важная гостевая победа новороссийского черноморца в матче 9-го тура Мелбет первой лиги. Обыгран футбольный клуб КАМАЗ из набережных Челнов благодаря голу Василия Чирова. 1-0.